Андрюха у нас жутко обиделся, что я не даю ему убираться вместе с собой, выражая свое недовольство. Да? Ну иди, давай. Иди сюда. Че ты? Выйдешь, нет? Ну давай, иди. Вперед. Иди сюда. Давай, давай. Малыш, давай, выходи. Иди сюда, холодно. Андрюнзи. Любопытный нос. Малыш, ну давай, выходи. Холодно. Давай. Иди ко мне. Иди сюда. Андрюха. Что там? Ты выйдешь, нет? Ну, давай, вперед. Из песни. Не хочешь? Иди сюда. Иди сюда. Ты душа? Чит. Малыш. Энриер. Специальное видео для тех, кто начинает орать, не учите животное. Вот он сам там сидит, даже не хочет оттуда выходить. Тут погуляет и потом обратно просится туда. Да, малыш? Давай, выходи. Андрюша. Мне очень холодно. Иди сюда. Прям рвется он с балкона. Сил никаких нет. Сендрюля, иди сюда. Давай позанимаемся. Иди сюда. Малыш. Малыш. Иди ко мне. Не хочешь с балкона уходить? Нет? Сидишь там? Ох, какой важный. Кто такой важный сидит? М? Не хочешь? Не хочешь выходить с балкона? Да? Не хочешь? А кто стучался? Кто стучался? Хотел выйти. Помогать мне убираться. М? Иди сюда. Давай тебе курицу дам. Хочешь?
Так сделаем. Лапу. Ай, молодец. Держи. Умничка. Ну, в принципе, мы с ним особо много команд не делаем. Да, мы хорошие. Мой сладкий. Лежать. 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 Нет, лежать. Жди, жди, жди. Ой, сколько не терпели. Вот. Нет, лежать. Молодец. Умница. Какая умница. Какая умница у меня. Она же не выходит с балкона. Странно, да? Почему бы это? Так, теперь у нас сидеть. Это не сидеть. Ты что волнуешься? Перед камерой волнуешься, что ли? Да. Молодец. Какой молодец. Что еще мы сделаем у нас? Какой-то большой кусочек. Большой кусочек. Вышел. Смотрите на него. Какой молодца. Ну-ка, сидеть. Ай, молодец. Пупсик. Ай, хороший мальчик. Молодец. Все? Больше ничего нет. Ну, ручку ближе. Что ты вышел-то на последнем кусочке? Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Молодец. Закроем балкон пока, а то там очень холодно, малыш. Жутко холодно просто. Ну, у меня тут нет ничего. Ты еще что-то хочешь, что ли? Что ты на балкон хочешь? Уже? Ты же даже не погулял тут. Только не писал, ладно? На, хочешь в коридор? Только котиком тебя не пущу. Вот тут можешь походить, погулять. Ты же любишь гулять. Сейчас я уберу все, что тебя не раздражало. Нет, лучше даже вверх. Вверх. Чтобы тебя не смущал запах. Вроде ничего интересного нет. Да? Кукуся, что ты там делаешь? Кто еле с балкона вышел? Сейчас тебе жарко станет, опять туда будешь проситься. Я же тебя знаю. Так, это мы тоже уберем на всякий случай, чтобы запах тебя не бередил.